бумажный кораблик из нашего далекого детства. Теперь уже молодежь не умеет радовать себя своими поделками, делать из листа бумаги кораблик бумажный, самолетики, гармошки. Сейчас для нас делают все китайцы. Ну а украшаем их гирляндами мы. Все, начиная с елок и заканчивая трамваями. Одесса, новогодняя, сказочная, зимняя, рождественская. Ага. Зайдем в сказку. Да, пройдемся по сказке. Ага, с Рождеством, с Новым годом. Осторожно, ступеньки. Ага, я держу картинку. Это для меня самое важное. Thanks. Не слышу, очень громко. Так. Все, можно тогда спокойненько возьмем да? перспективу. Так. Все, хорошо, я тогда с первым подъезжаю. Все. С Рождеством! С Рождеством! Всех, всем здоровья, счастья, благополучия и процветания. Одесситы в своем фирменном стиле. Креативно, находчиво, весело, с выдумкой и фантазией. Да, погода чисто новогодняя. Для нас это в диковинку, в принципе. Это не совсем привычно. Но тем не менее. Здорово! Ух ты! Парад праздничных трамваев. Ага. С Рождеством! И трамвайчики как раз поехали. Сейчас люди отойдут, блин. Мы фотографируем. Давай, давай, все. Мадам такую. Давай на мой фотографируй. Все ушли как раз.